По уголовному делу о крушении пассажирского самолета под Алматы допросили 300 человек. Об этом сегодня сообщил замглавы генерального прокурора страны Марат Ахмеджанов. По его словам, никакого уголовного дела при этом в отношении сотрудников авиакомпании БКР пока не заводили. Ранее в Комитете гражданской авиации обнародовали результаты проверки. В деятельности перевозчика выявили ряд серьезных нарушений. В частности, компания не смогла осуществить должный контроль для поддержания летной годности воздушного флота и ведения полного учета. Действие лицензии перевозчика все еще приостановлено. В рамках этого расследования будет проводиться всесторонние досудебные расследования, в то же время, которые исследуют все обстоятельства, которые даже, возможно, были привели к этим трагическим последствиям. Напомню, пассажирский авиалайнер с сообщением «Алматы-Нур-Султан» потерпел крушение 27 декабря прошлого года в поселке Гульдала Алматинской области. Авиакатастрофа унесла жизни 12 человек. Еще больше полусотни пассажиров были госпитализированы. Одна из основных причин происшествия – обледенение воздушного судна.